Накануне профессионального праздника в Оренбургском областном музее изобразительных искусств состоялась презентация альбома «Русская гравюра». В этом учреждении культуры хранятся 136 таких произведений искусства. Каждая работа теперь имеет описание, интересные сведения об их авторах, событиях и лицах, с ними связанных. Праздник «Международный день музеев» – это не только мероприятие, это прежде всего люди, несущие культуру в массы. Возможно, эти слова заезжены и избиты, но в них выражена самая суть работы сотрудников музеев. Лидия Сергеевна Медведева – легенда оренбургской культуры. Есть крылатое выражение «музы молчат». Когда слово берет член Союза художников СССР, заместитель директора музея по научной работе Медведева, все слушают, затаив дыхание. Настолько интересно рассказывает этот человек о гравюрах ли, картинах оренбургских художников. Музей изобразительных искусств был создан в 1960 году. Основой коллекции стало собрание произведений академика живописи, одного из интереснейших представителей позднего передвижничества Лукиана Васильевича Попова. Сейчас вот более всего нам не хватает вот этого внутреннего духовного содержания. Какой-то внутренний такой вот, ну, я не знаю, ощущение красоты и мира, и человека. Мы должны стать добрее. Понимаете, чем более жестоким век, тем больше мы должны нести доброту. А особенно искусство. Искусство для того и существует. Не для того, чтобы удивлять, поймите, а для того, чтобы человеку стало лучше жить на земле. Профессионал своего дела без устали восхищается картинами мастеров кисти Лукиана Попова и его ученика Николая Ледяева. Вот мы сейчас стоим, там вот лошадки и высокий берег Урала, и этот самый вот этот прокаленный, серебрящийся воздух. И поэтому атмосфера совершенно особенная. И поэтому часто предметы дальнего плана точно так же отчетливы, как предметы первого плана. И потому что вот у нас вот это июльское солнце, помните, какое у нас? Ну, вспомните, оно белое, это солнце, совершенно белое. И вместе, какие степи и какие пространства эти панорамные. В последнее время в Музее изобразительных искусств работает много молодежи. Все молодые научные сотрудники отметили, что в музее люди становятся другими. Здесь, по их мнению, проявляются лучшие качества души человека. В стенах нашего музея особая аура, особая атмосфера, которая содействует, может быть, развитию личности, его возвышению. Оренбург – это особенный край, и его культура слагалась из культур очень многих народов. На сегодня в Оренбурге проживает 126 национальностей. И вот эта цветная мозаика культур различных народов – это главное достояние культуры Оренбурга. А если Санкт-Петербург – это врата в Европу, то Оренбург – это врата в Азию, а я бы сказал, из Азии. У нас поют: здесь не кончается Россия, здесь начинается она. Оренбуржье – это начало России.